Всем привет, ребята. Так, я в командировке, поэтому вещаю не из кабинета. Но есть что сказать. Командировка по северному человеку, много работы сейчас, плюс машины закупаем на СВО. Поэтому мотаемся. Но вот что хотелось бы сказать. Сейчас пока жду, у меня через 15 минут другая встреча. Думаю, быстренько запишу. Хотелось бы сказать. Для наших всех общественников, деятелей общественных организаций, любых, кто вот сейчас стремится вот в эту общественную деятельность, в той в концепции, в которой работаем всем. Да? Сейчас сначала пример. Смотрите. Я думаю, многие видели замечательный фильм режиссера Мартина Скорсезе под названием «Банды Нью-Йорка». И там был такой сюжет, фрагмент, такой фильм, мне очень запомнился. Вот сейчас он мне очень подходит метафорически. В общем, смотрите. Там был такой момент, может, кто видел, вспомни, кто не видел, посмотрите, если что. В общем, тогда еще, в те времена, это 1865, тогда еще государственных пожарных организаций не было. То есть не было МЧС, не было пожарки от государства, даже муниципальной не было. То есть бригады пожарные были частными. То есть пацаны такой, мужики собрались, типа, будем помогать городу. И вот там был такой сюжет, значит, горит здание, уже горит полностью, его уже грабят это здание, подъезжает одна частная пожарная такая компания общественников, и другая подъезжает. И они такие, мы первые приехали, мы будем тушить это здание, мы будем тут спасать людей. Вторые им говорят, нет, это наша как бы территория. Они говорят, подождите, территории как таковой никто не определял. Они говорят, ну и что? Он говорит, давайте, там руководители у всех свои. И он говорит, стойте их, ребята. И, короче, пока горит здание, они дерутся. Они дерутся, бьют друг друга. Короче, пока они дерутся, здание сгорает. Здание сгорает, здание полностью грабят, там начинают все, короче, быстренько мародерить. И потихоньку огонь перебрасывается на соседнее здание, оно еще не начало гореть, оно только-только перебрасывается. То есть его спасти два счета. Но они говорят, короче, этому зданию уже не помочь, беремся за это, вперед, ребята. И люди начинают грабить уже второе здание, которое еще даже не горит. То есть пока они между собой выясняли отношения и пытались перетянуть одеяло, дом сгорел, еще и мало того, людей ограбили. К чему этот пример? Мы сейчас, как я это вижу, но я вижу это отчетливо, я думаю, все, кто в движухе, тоже это понимают. Мы сейчас видим следующую ситуацию. Многие организации начинают пытаться заработать себе очки. Ребят, давайте мы определимся. Мы общественники, мы работаем не за очки. Мы работаем за идею, ну по сути своей. Я всегда говорю, я идейный дурак. У нас есть администраторы, у которых зарплаты, там, есть люди, которые получают зарплату за свою деятельность, да, но все-таки те, кто создают движ, изначально его прям делают массовый, да, мы должны понимать, что мы в первую очередь работаем за идею. Репутация возникает, когда ты, как бы, тебя оценивают по твоим плодам. Я тысячу раз говорил, да, древо познается по плодам его. То есть, когда люди сами будут видеть результативность вашей организации, тебя лично как общественника и так далее, они уже сами будут знать. Но у нас происходит сейчас следующее. Я к чему это говорю сейчас? Вывод в конце, ребят, вывод в конце. Обязательно смотрим до конца. Как у нас происходит? Что-то случилось, какое-то резонансное событие, громкая ситуация. Начинаешь общаться там с семьей потерпевших, они бах, обратились, да, у нас вот проблемы, помогите. И очень часто сталкиваюсь со следующим. Мы начали, дали юриста, все же бесплатно. Дали юриста, занимайтесь, пожалуйста, обращайтесь, там идет работа. Бах, нам сообщают, что залетела к ним, к этим пострадавшим, узнала об этой другая общественная организация, они к ним залетают и говорят, подождите, давайте, может быть, мы вам дадим адвоката. Они говорят, ну, нам как бы уже вот тут вот адвоката вроде предоставлять. Там начинаются маленькие такие манипуляции из серии. Ну, у нас адвокат там получше, поопытнее, давайте там что-то как-то. Короче, вот именно вот это начинается. Мы с этим сталкиваемся уже не в первый раз. И я своим всем северному человеку я дал определенное предписание, и вот это предписание, у нас это как предписание, а остальным я бы это хотел дать как просьба, совет, что ли. Смотрите, я это как вижу. Вот у нас произошел большой резонанс. Увы, пострадала какая-то семья. Есть северный человек. Если они к нам сами не обращались, а мы видим, что ситуация, мы берем и пишем, здравствуйте, у вас произошла такая-то ситуация, парам-пам-пам. Скажите, пожалуйста, вы уже от кого-то получаете помощь, от общественной организации или от общественника? Депутаты Единой России даже уже начинают лезть в движ, потому что им же тоже нужны галочки, отчеты там, да, определенные. Вот. Нам, слава богу, отчитываться никому не надо, только перед людьми, а им же надо отчитаться, им же нужна результативность, они поэтому за ней бегают, депутаты. Вот. Пришлось отрезать, отвлекли меня. Смотрите, как я это вижу. Пострадала семья. Звонит представитель северного человека того города. Говорит, здравствуйте, у вас вот такая ситуация, мы в курсе там.
хотим помочь, скажите, пожалуйста, с какой-то общественной организацией или общественником, или с кем-то, вы уже начали по этой теме работать, кто-то дал вам юриста, дал вам как бы предписание, сказал, что мы вас ведем и будем помогать, дадим юриста, будем разбираться, сейчас сделаем вот это, вот это, вот это. Они отвечают и говорят, например, да, мы уже вот с этой общественной организацией как бы начали вести общение и работать. Что должны мы делать? Или там руководитель северного человека определенного региона. Он просто берет, обращается в эту организацию, если он хочет помочь и видит, что есть возможность и ресурс помочь, что ситуация очень сложная. Он обращается в эту организацию, просто говорит, ребят, так и так, мы в курсе, что вы уже работаете, если нужна будет помощь, обращайтесь. Мы там имеем вот такие, такие, такие возможности. И вместе, если это очень сложное дело, помогли. Помогли. Нужно сделать отчет, отчеты всегда нужно делать, чтобы люди видели результат. Берут и делают отчет. Те сказали, что мы в содружестве с северным человеком сделали вот эти. Наши сказали, что мы в содружестве вот с этими ребятами сделали вот это. В содружестве. Например. Не из серии, когда ты дал номер телефона, тебя попросили сказать, дай номер телефона того-то. Ты дал номер телефона, а потом сделал отчет, чтобы ты порешал всю ситуацию. Все сработали, все. Это даже северного человека касается, да? То есть из серии взял номер телефона, дал, отчитался, что все сделал. У нас это запрещено вообще в принципе. Вот. Но мы сталкиваемся с тем, что есть организации, я сейчас пух ни на кого никак не гоню, ни в коем случае, разные организации, поверьте мне, организаций на самом деле много, маленькие, большие, крупные, в топе, не в топе, есть общественники разные, я еще раз говорю, есть депутаты, поэтому я бы хотел ко всем обратиться с просьбой. Вы видите, что произошло резонансное событие, сложное, несправедливое, входящее в догматику нашей работы. Вы хотите помочь, я понимаю, что вы хотите помочь. Если вы действительно хотите помочь, уточните, кто уже работает с семьей. Если работает, свяжитесь с той организацией, которая работает, и предложите помощь, и помогите, если можете. Не начинайте вот этой херней заниматься. Потому что я столкнулся, честно вам скажу, что у нас был один руководитель, который тоже так северного человека немножко пытался сделать, просто не имея опыта, как бы... Я ему как бы поправку сделал, объяснил, что вот так, вот так, вот так, вот так вот. Чтобы все организации могли действительно приносить пользу. Как я это вижу? Я уже об этом говорил. Принцип, который называется «каждый метет свою сторону тротуара». Понимаете? Вот я занимаюсь, вот я взял, северный человек взял семью в Челябинске, да, по сложному вопросу. Все, мы ведем от и до. И мы вот метем конкретно все. Не нужно, чтобы кто-то из другой организации или общественник вставал рядом со мной, пока я вот сюда мету, и вот отсюда мел сюда же. То есть я здесь, он мне, и я еще, приходится еще, у меня начинается двойная работа. Я сейчас просто вам на пальцах объясняю. А нужно, чтобы он пришел, сказал, тебе помощь нужна, я беру, ему говорю, дружище, я вот здесь чуть-чуть не поспеваю, помоги, пожалуйста. Он мне пах-пах, мы сделали, если это требуется. Если не требуется, я вот здесь свое дело делаю, я вижу, у меня получается. Я вижу, что другая общественная организация или общественник, или еще кто-то делает тут же, но чуть-чуть другое дело. Я ему, тебе помощь нужна? Понимаете? Это не серия, что мы подметаем дворники. Нет, это просто метафорический пример. Вы можете его отнести сейчас не к тротуарам, а, я не знаю, к ковке железа, нарезке. Да там много чего можно метафорически сюда преподнести. Но вы поняли, о чем я. Я ему не мешаю его работу делать, а он мне не мешает работу делать мою. Нужно будет, я ему помогу. Нужно будет, он поможет мне. Нужно будет выполнить громадное, огромное дело. Мы все собрались, всеми организациями, всеми общественниками, единым фронтом выступили, сделали дело. И дальше каждый занимается своим. Вот как я это вижу. Сейчас пока что ситуация не доходит до какого-то апофеоза в вопросе горящего здания, дерущихся пожарников. Но... тенденция начинается, поэтому я, имея определенный большой ресурс, хотел бы ко всем вот так обратиться и дать такой совет, пожалуйста, прислушайтесь, подумайте о нем. Мы сможем делать тогда больше. Все общественники смогут делать больше, КПД будет больше, потому что больше дел будет в один момент решаться, а не когда 8 организаций, 20 человек взялись за одно дело и начинается щука, рак и лебедь. Я это вижу так. Поэтому давайте постараемся все вместе, чтобы мы еще больше приносили пользы нашему обществу, нашим людям, нашей стране, нашей родине. Ну и в общем, вы все остальное знаете. Мы работаем дальше. У меня еще куча командировок на носу. Также концертный тур готовится. Скоро будет запускаться реклама. Буду все показывать. Следите за информацией на всех ресурсах. В целом буду держать в курсе. Всем большое спасибо.